Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Сегодня я приехал в район Махмутлар, в один из качественных проектов, который уже сдастся в эксплуатацию. Тут у нас вид на горы. Я снимаю с высокого этажа проекта. Большие балконы. Проект с инфраструктурой. Итак, у меня уже времени все меньше для съемки квартир. Но буду стараться вам показывать все варианты. А так, приезжайте в Аланию, звоните заранее. У меня готовый портфель. Квартиры быстро продаются, что происходит с рынком. За это нужно в тот же день быстренько поискать. Или заранее мне скажите, что вы приехали с деньгами, и я быстро посмотрю и поеду с вами покажу все варианты. Итак, дорогие, у нас здесь немножко на вид на соседнее здание. Вот такой огромный балкон. Восточная сторона. Можете его застеклить. Будет еще одна комната. Вот. Вид на горы. Это улица Ататюрка. Расстояние отсюда до моря 510 метров максимум до воды. Есть открытая парковка, бассейн, сауна, хамам, генератор. Так, что-то... Ага. Квартира под ключ. Дизайнерская. Ага. Так, фламинго. Здесь у нас бытовая техника фирмы Арчелик. Здесь сломали стекло. Надо поставить на место. Да. Его доделают. Вытяжка фирмы Beko. Стиральная машинка фирмы Арчелик. Вид на горы с кухни. Так. Есть вот такая мягкая мебель. Угу. Прихожая. Вот здесь коридорчик у нас, знаете, раз, два, три, четыре квартиры на этаже, два лифта. Новостройка. Только сдали в эксплуатацию. Здесь встроенный шкаф. Так, здесь у нас санузел без душевой кабинки. Так. Здесь первая спальня. Санузел с душевой кабинкой. Цены сильно поднялись в Алании и в других городах Турции туристических. Хозяйская спальня. Здесь где-то 11 квадратных метров жилых. А также второй балкон. Этот поменьше. Ну, хорошо, что есть два балкона. В той стороне моря, рядом есть вся инфраструктура, которая нужна для жизни, шаговой доступности все. Там улица Барбаросса, я отсюда вижу, машинка проезжает. Итак. Пойду я сейчас вниз, покажу вам фасад здания и инфраструктуру. Ну, фасад вот такой. Вот соседнего здания показал. Вот. Дорогие, здесь айда, здесь будет 250-300 лир. А цена квартиры 128 тысяч евро. Есть торг. Небольшой, но есть. Звоните заранее, и я вам покажу эту квартиру. Все, я спускаюсь вниз, ставим лайки, комментируем.
И подписываемся, если все еще не подписались. Я иду вниз, не закрываем ролик. Здесь два лифта. Вот все новое. Даже пленку не сняли. Так. Вышли мы во двор. Здесь вход. Здесь будет открытый бассейн. Пандус. Детская игровая площадка, беседка, там зона барбекю, это все доделают. Вот в этой стороне что-то будет. И вот такой большой бассейн. Вот фасад здания. Дорогие зрители, звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. С вами был Агафий из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.